Прихватило сердце, вызвали скорую. При первичном осмотре врачи решили, что инфаркта нет, но давление не успокаивалось. Боли в сердце, рези такие, что вспотел. Давление у меня было всегда понижено, а тут резко и не падало. Короткая история пациента. Ему повезло. Житель Салтонского района оказался в гостях в Барнауле. Его сразу поместили в кардиоцентр. Сегодня вечером уже должны перевести в обычную палату. Быстрая и качественная помощь – то, к чему стремятся специалисты учреждения. Теперь это сделать проще. По нацпроекту сюда поступил первый аппарат ЭКМО. Он способен заменить функцию сердца, взяв кровь пациента. Пропускаем ее через вот этот вот блок. В этом блоке она полностью оксигенируется. Через специальное устройство удаляется углекислота, и уже насыщенная кислородом кровь поступает через другую магистральную вену, непосредственно в правые отделы сердца. При сложных операциях можно подключать разные желудочки и разгружать ту или иную камеру сердца. Можно облегчать сердечную патологию, поддерживать систему при тяжелой пневмонии. Это совершенно новый уровень помощи, говорят врачи. Ряд этих пациентов отправлялись в федеральные центры. Те пациенты, которые нуждались в тяжелых сердечно-сосудистых операциях, с тяжелым выходом в послеоперационном периоде, теперь мы в рамках нашего кардиологического диспансера можем непосредственно оказать эту помощь. Применяют аппарат все-таки в экстренных случаях, но и их немало – 15-17%. В рамках нацпроекта здесь появилось и еще одно оборудование. Оно улучшает сократимость сердца. Добавим, ежегодно реанимационную помощь в кардиодиспансере получают почти 4500 жителей края. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком.